Новый год уже совсем близко, а значит, можно смело ставить дома елку и наряжать ее всевозможными праздничными украшениями – мишурой, гирляндами и игрушками. А что может быть лучше елочной игрушки, сделанной собственными руками? В Щелковском историко-краеведческом музее периодически проводятся тематические экскурсии для школьников округа, приуроченные к какому-либо празднику. Сегодня, например, дети делают новогодние елочные игрушки. Благодаря подобным мероприятиям дети понимают, то, что мы делаем своим собственным трудом, особенно ценно. Иногда они приходят к нам и на мастер-класс. Это мероприятие пользуется тоже большой популярностью. Приходят самые разные школьники, и не только школьники, воспитанники детских садов также бывают. Здесь они могут не просто стоять и слушать, а поделать что-то своими руками. Перед праздником Пасхи, например, ребята учились украшать яйца. В этот раз перед наступлением главного сказочного праздника второклассникам из школы номер 17 дали задание соорудить игрушку в виде елочки, которую потом можно будет повесить уже на настоящую зеленую красавицу. Что и требовалось доказать. Игрушки у школьников получились совершенно разными, несмотря на то, что все пользовались одинаковыми материалами для их изготовления. Да. Ну да. А чем вам нравится? То, что это развлечение, разукрашивать все. Ну иногда даже можно сделать себе бесплатную игрушку. Остается лишь добавить, что всем ребятам мероприятие по изготовлению новогодних поделок пришлось по душе. Они и не заметили, как быстро пролетело время, а это самое главное. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.